И это история о моей редкой болезни под названием стаканчикозависимость. Предвосхищая все вопросы, скажу, что я не успокоюсь, пока не разрисую все стаканчики, представляющие моему творческому потенциалу хоть какой-то интерес. На днях я увидела коллаборацию Кофикса и Знака, это сервис, цитаты которого очень часто любят постить в социальных сетях, и поняла, что оно мне надо. Тем более, что в Кофиксе появилось весеннее меню, не попробовать которое было бы приравнено к преступлению. Мы с подругой взяли матчу Flower Bomb, от которой остались в полном восторге. Раз уж меню весеннее, настроение весеннее, а матча цветочная, путем несложных вычислений было принято решение рисовать, конечно же, цветы. Плюс ко всему, в запасе у меня была красная гелевая ручка, подходящая к данному художественному всплеску на все 100%. Как вам такое цветочное решение?